Каспийске на месте возгорания подстанции энергетиками филиала Россети Северный Кавказ ДАК «Энерго» активно ведутся восстановительные работы. После проведения диагностики было принято решение заменить вышедший из строя второй силовой трансформатор. Рабочие группы доставили необходимое оборудование и приступили к его установке. В первой половине 16 января специалисты возобновили функционирование распредустройств на подстанции, включили один из двух силовых трансформаторов, а также задействовали резервные схемы. Данные меры позволили восстановить энергоснабжение 11 социально значимых объектов и 75% жителей города, оставшихся без света. Специалисты филиала Россети Северный Кавказ ДАК «Энерго» отметили, что из-за проведения дополнительных работ срок восстановления объекта будет немного сдвинут. Завершить технические мероприятия планируется сегодня к концу дня. Анастасия Сидоренко, Амарбек Газиев, Гаджи Гаджиев. Новости телеканал «Среда».